Уважаемые друзья, партнеры, коллеги, сегодня для меня праздник. Сегодня 28 февраля, вроде бы ничего особенного, но это праздник, потому что сегодня исполняется 62 года, сегодня день рождения Юдина Геннадия Александровича, нашего партнера, председателя Украинской ассоциации реководов. Значит, хочу сказать, что существует такое понятие с советских времен, что личность определяет ход истории. Ну, когда-то отрицали это, потом соглашались с этим. Это высокая фраза. И, скажем, история реководства Украины – это не история всемирная, но это интересная история. И если скажем, что 5 лет назад Великая Украина своими масштабными полями, значит, отставала от Молдовы по производству и по реализации ореха, сегодня она обогнала Молдову и, значит, лидирует и развивается совершенно интересными, ну, скажем, не гигантскими темпами. И в этом я хотел бы сказать, что есть и заслуга Юдина Геннадия Александровича. Потому что с его приходом деятельность ассоциации стала более конкретной, более прикладной. Вот чего стоит, например, вот эта идея создания бренда «Песчанский лучший». И если говорить о развитии украинского ореховодства, я думаю, что решающая роль сыграла она вот на этапе последних 2-3 лет. Это то, что ассоциации Юдину удалось добиться восстановления государственной помощи на посадку ореховых произведений. 330 гривней на легально посаженное дерево – это серьезная помощь. И это отразилось на активности ореховодов. Заложены прекрасные плантации. Кульминацией, я бы сказал, вот этой работы Юдина Геннадия Александровича стала выставка в Дубае. Он был ее инициатором, и с первых дней, значит, он отслеживал и участвовал в том, чтобы прорубить. Вот в свое время Петр I прорубил окно в Европу, а ассоциация ореховая, Юдин, они прорубили и окно для ореховодства Украины в большой мир, мир бизнеса. Потому что и Молдавия, и Украина, они на мировом рынке орехом считались как страны третьего мира. И продукция у них закупалась в 2-3 раза дешевле, чем нормальная цена продукции. На такую же самую продукцию, скажем, во Франции или в Италии. И выйти на рынок, показать достоинство отечественной продукции и получить хорошие цены – это очень важно, потому что от этого зависит настроение ореховодов и масштабных мегасадов, гигантских садов, и того, кто имеет пару деревьев. Потому что если человек видит, что у него есть надежный рынок сбыта, он будет прилагать усилия для того, чтобы вложиться в этот свой сад. Он будет видеть свое будущее. И я считаю, что вот эта работа Ассоциации Украинской и Юдина Геннадия Александровича, она именно ценна тем, что дано понятие о том, что ореховодство в Украине, ну да и в Молдавии, надеюсь, оно имеет большое будущее. Лично поздравить Геннадия Александровича, пожать ему руку. Я рассчитываю на семинаре, который состоится в Днепропетровске, в Днепре, 27 марта. Вот там мы с ним встретимся, обнимемся, и там я ему пожелаю лично крепкого здоровья и долголетия. До встречи 27-го в Днепропетровске.